Леска, выходи гулять! Сколько можно дома сидеть? Леска, сейчас лето, выходи гулять! Выходи гулять! Трянь, уже сидишь непонятно сколько Леска, там! Леска, второй месяц, лето, я не хочу, ребят, у меня сейчас кино, сериал начался, я не пойду. Какой в сериал еще? Совсем эту Леска, пошли тут, смотри, площадка какая крутая. Вот не, я не хочу, ребят, все, Ну мы тогда найдем все равно способ, как тебя сегодня достать из дома, поняла? Вот так вот. Не нашли, твою продадим. Прием, прием, на связи Шудоуни. И на Боуни, привет, друзья. Вообще-то Лисоуни. Да, и сегодня, друзья, мы вместе с вами точно придумаем способ, как достать Леску на улицу и пойти гулять. Так что ты прямо сейчас ставь лайк под этим видео, если тоже любишь гулять на природе, летом под солнечными лучами, там все это птички поют и тому подобное. Вот, и, конечно, жми на кнопку подписаться на наш ТГ-канал, чтобы в будущем ничего не пропускать. Но мы с Лубиком начинаем нашу сегодняшнюю эпопию по доставанию Лески из квартиры. Держи, Нулик. Пойдем посмотрим, что. Сейчас посмотришь ты, Леска, конечно. Так, Нубик, давай способ первый, короче. Леска, готовишься, нет? Ты там слышишь нас? Нет, пока ничего нет. Давай, давай, ты насос, давай качай, сейчас мы тебя достанем из дома. Так, Нубик, кто-то рэп читал. Погнали. Кто-то рисовал граффити. Леска, мы идем за тобой уже, мы идем, сейчас мы тебя достанем. Жди, а Брок рисует граффити или рэп читает? Не-не, Брок граффити рисует. Да? Да. Пойдем. А ты? Я рэп читаю, Нубик. А сейчас Леску пытаюсь достать. Нубик, ты... иди сюда, Нубик. Иди... Куда ты пошла-то? А вот же. Да? Смотри, готовься. А, так, давай. Вот на эти штуки высокие ставь. Леска, мы тут под тобой находимся. Леска, здравствуй, здравствуй! Раз, два, три. Давай. Ну что, Нубик, готова? О! Четко вообще. Все, давай. Раз, два, три. Оп! Оп, оп. Леска, что за фигня? Погулять, у нас тут жесткая тусовка. Что это такое? Не-не-не. Так, откуда звук идет, не пойму. Выключите музыку. Выходи гулять, Леска, эта музыка иначе никогда не закончится. Что происходит? Выключите. Смотри на себя. Леска, что с тобой? Давай, Леска, если гулять пойдешь, мы выключим. Выключи, не пойду я. Да в смысле, пошли гулять, что ты сидишь-то реально, Леска? Да у меня сериал идет, я не хочу Леска, сейчас ты идти. Ты нормально, ты как бабка сидишь, смотришь сериал свои на телевизоре. Мы там, блядь, из тебя столько народу собрали вообще. А ты неблагодарная. Ну и пока, ну и давай. Эх, ладно, еще и дверь закрыла. Пойдем, короче, Нубик, возвращаемся. Ладно, так уж и быть, Лисоуни, мы тебя все равно достанем. А вот ее отсюда мы видно, мы достанем интересно? Оттуда совсем, никуда ты от нас не денешься. Она, а что там не видно ее вообще? Сидит. Да что такое-то? Сидит что-то там на балкончике. Там так, парень. Ладно, это я все оставляю. Нубик, следующий способ, я думаю, тебе точно понравится. Вот и мне тоже, и Леске особенно. Так, да. Это сюда, так, а это сюда. Короче, так, мы с тобой переодеваемся. Делаем вот так, вот так. Ты но без, давай газуй. Так, короче, полетели. Стой, а где это? Кто? А, вот все. Поехали. А ты зачем надела ты костюм, Тупик? Это не туда. А зачем нам это? А в смысле? Мы ашотики, мы продаем костюмчики. Садись скорее в машину. Все. Эй, Лисоуни, выходи гулять. Да что такое? Эй, девушка, красавица, выходи скорее на улицу. Моя, давай, хорошая погодка. Эй, Лисоуни, выходи гулять. Что такое-то? Лисоуни, хорошая погодка наступает. Выходи гулять. Вместе будем газовать. Эй, давай, 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 качай. О, смотри, вышла, пойдем. Пойдем, заходим вместе, сейчас мы ее такой гулять позовем, это точно. Давай, вещи, вещи, куда пошел, вещи возьми, ашотик из багажника, что ты ничего не помнишь, держи тебе вот сумочки. Вот это все, давай, поехали, пойдем. Друзья, секундочку внимания, напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного, футболки, худи, пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай, ссылка под роликом. А теперь назад к видео. Давай, давай, поднимайся, поднимайся, поехали. Мы уже бежим, поехали, бежим, бежим, новая одежда, мода и... Бежим, открывайте, открывайте. Ух, какая дверь красивая, деревянная, здравствуйте, девушка. Стой, стой, стой. Боже мой, что за кошмар, девушка, одежду заказывали. А
заказывали. Не заказывали, а мы привезли, Давайте, показывайте, идемте сюда. О, какая комнатка у вас тут красивая. Давай, сейчас мерить будем. Давай, я же вас не звала, почему пришли? Штанишки примеряй, давай, куда ты... Красоточка. Лучшую одежду выбирай и скорее иди гулять. Ой, великолепно, попробуйте вот эту... Как вот эти вот с подтяжечками, рубашечку, вот эту вот надеть. Так, я не хочу так. Ой, как великолепно, вот эти усики. Вот это вот называется фирменный усикошотик. Держи, вот это примерь. Эй, давай, усикошотик, примеряй, тебе подойдешь, красоточка. Ну-ка, ой, как красиво, какая красота, какая эстетика. Уходите, мне ничего не надо. Эй, как не надо, ты что, это только начало. Зачем так грубо, мы тебя везли из-за границы, красотка. Вот эту шлюпку, примерь, желтая шлюпка, вот эта вот. Какая шлюпка еще? Эта шлюпка на голову надевается. Все, шлюпку надевай и уходите. Ой, какой симпатичный пацан стоит. Слушайте, мужчины, уходите оттуда. А какой хороший. Ашотик и... Не надо. Эй, Ашотик и сыновья. Приходите к нам. Ну что, вот эту шлюпочку выбрали, ну молодец, ну теперь гулять идем, выходите, да. Нет, я не пойду. Пойдем гулять, ты что такое, наряд надел, надо гулять. Сериал идет вообще-то, вы видите? Надо сериале, ладно, пойдем, не будем время тратить, пойдем. Уходите. Ладно, мы еще что-нибудь придумаем, Лисоуни, это только начало, пойдем. Так, давай, наберешь. Ладно, Лес, ты думаешь, мы тебя просто так останем? Нет, это было только начало. Это даже еще не середина. Ну как, не подумать, да? Так, Лубик, давай, короче, разбираем всю эту историю. Так, от такого точно никто дома не захочет оставаться. Так, это мы вот так возьмем, погнали. Стой! Чего? Туда. Леска, выгляни в окошечко, что там у тебя происходит? Какое окошечко еще? Что такое на этот раз? Ремонт помещений начинается. Выходим, граждане. Граждане, выходим. Покраска. Давай. Надо. Как это не надо? Надо. Ой. Это сюда. Это сюда. Ой, какой звук хороший. Перестаньте шуметь. Вы не даете. Ну, так что кричишь-то так сильно? Это... Внимание, краска токсичная, выйдите на улицу, погуляйте пока что. Погуляйте, так, это мы здесь покрасим, это вот здесь. Дышать, ой. Липсик, вытаскивайте липсика срочно. Меня тут не заказывала я. Ой, здравствуйте, а у вас балкон открыт? А мы тут зашли без разрешения, вы не против? Спасибо. Я против, вы не имеете права. Так, это тут тоже, ой, как красиво. Это просто очень круто. Ремонт помещений. Посмотрите. Шимапенни, ремонт шимапенни. Вы можете мне покой оставить? Да что вы мне торт-то покрасили? Куда ту? Ладно. Такого мы не хотели делать. Оно само получилось. Что за лепота? Ну что, Леска, тут тебя воняет краской. Что, гулять идем? Нет. Да в смысле нет? Мы уже сколько способов... Туалет не покрасили, что ли? Ща мы тут тоже тубзик все это сделаем, чтобы весело в туалете было. А че сидим-то дома все время? Лес, колесо, не давай спать. Ой, я мне кино, ты посмотри, ну целый день ждала. Ладно, коллега, выходим. Мы как челопуки будем вот так вот. Спускаемся, только аккуратнее. Вот так вот. Никакой жизни нет. Пойдем. Есть у нас еще кое-что заготовлено. Кое-что еще у нас есть. Так, мы тут сейчас инструментики все положим назад. Так, это вот сюда. Так, и получается. Опа! Странные какие-то у нас тут дела. Странные дела. Давай. Все, бери. А как мне выйти? Бери, а выходи, как хочешь. Все, погнали. Стой! Ха. Кто так делает? Ха. Ха. Ха! Блин, меня уже бесит этот звук. Кто это делает? Ха. Ха. Откуда звук идет, ёшкин кот? Ха. Я никого не вижу. Ха. Ха.
Вы уходите отсюда. Ха. Хватит уже так делать, меня это бесит. Ха. Они ничего не понимают. Вы можете уйти, пожалуйста? Что вы харкаете тут? Ха. Хватит, меня бесит уже это. Ненормальные какие-то. Боже мой, я не могу посмотреть кино в собственном доме. Вы зачем меня преследуете везде? Уходите. Нормальные какие-то. Дайте чайку в туалете посидеть. Ха. Ничего не понимает. Ха. Да хватит, какой-то... Это что такое еще? Зачем мне... Ха. Ха. Да не надо, ха-ха-ха уже! Ха. Вы можете уйти, а? Ха. Пускай там сидят. Да блин, выходи уже гулять, Соня, ну что такое? Нубик, ты можешь нормальные звуки жителей делать? Что ты какие-то непонятные делаешь вообще? Нубик, в своем репертуаре это ха-ха-ха. Мы с тобой договорились, конечно, она гулять не выйдет, потому что ты нормальные звуки не можешь делать даже. Блин. Где ты? Я тут. Понятно. На площадке. Все понятно. Так, ладно, сейчас, короче, последний способ, друзья, от которого Леска точно не увертится. Не увертеться сегодня никак. Вообще. Давай, знаешь, для чего балкона вот это? Я тебя сразу спрошу, ты знаешь, для чего вот это? Что такое-то? Я все вижу. Зачем? Как ты думаешь? Не смотри сюда. Давай сюда за дерево спрячемся. Чтобы блокировать проход. Понятно? Все, пошли, просто заходим. Ладно, Лисоуни, мы сдаемся, так уж и быть. Не хочешь гулять, не иди. Зачем человека, да, Нубик, мучить, если что-то я не знала, хочет что делать? Я знала, что вы... Вставлять не будем человека при любом. Вот именно. Да. Чё там это? Не хочет гулять, значит не надо. Не сейчас гуляй, так ладно, Лисоуни. Ух ты, грибочки какие прикольные тут. Фантастика. Ладно, Лисоуни, давай рассказывай, что у тебя за фильм сегодня тут? Что да тут уже чуть-чуть осталось, 5 минут буквально. Дайте досмотрю, потом скажу. Тут вообще такая драма разворачивается просто. Да? Да, интересно, да. Интересно. Ладно, а мы тут с Нубиком посидим, посмотрим. Интересно. А можно еще дать этот гриб? Кого, Нубик? А, жвачку, что ли? Держи-ка, что жвачка у тебя вон. Грибную жвачку. Какая грибная жвачка? Что ты говоришь вообще? Ребят, о, какой липсик потише, сегодня, Леска. Потише, потише. Умывала, что ли? В душ ходила, это липсик да, проводила. Чудачий ты такой. Ладно, ну, Леска, знаешь, мы тебе в кое-чем должны признаться сейчас. Да, что? Смотри. Нет, лучше не смотри. Что такое-то? Чего? Это... Ну, бегай на счет и раз, два, три! Что такое? Ну, раз, два, три! Леска, это ограбление! Давай, выбегай! 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 Давай, давай! Блоч, Нубик, выход! Поставьте моим собакам! Этот выход из дома, блоч, быстрее! Давай сюда, стой! Давай в тачку, в машину садись! Стойте! Машина, шотика! Липсика, дайте липсика! Какого липсика, Леска, ничего не забыла? Липсика дайте! Все, Лисоуни вышла гулять, Нубик, мы походу с тобой выполнили наши сегодняшние задачи. Эх, блин. Отдаем липсика, если идешь гулять. Да вы, ты вышла, я надоели вы все гулять. Все, отлично, видишь? Здесь мы гоняем, газуем, газулю делаем. Да. Где ты, Лисоуни? Ты на площадке где, чё, пошли. Отлично, ладно, мы соблюдаем договоренности, так что, Нубик, давай клади липсика. Не, так не надо, Нубик. Это ты уже не соблюдаешь никакие вот зачем договоренности. Так? Да. Липсика, верните. Ну что? Вот так вот, Леска. Видишь, липсик тоже пошла на горке кататься. Моя, хорошая. Так что, видишь, не зря мы все это сделали. Ну что, как тебе на улице сегодня? Да нормально, надоели сегодня мне только. А способы какой больше всего понравились? Вот а что, смотри, дизайнерское решение. Сразу видно, человек подошел к вопросу, как сказать, удобства своего дома с творчеством. А вы знаете, что это незаконно? Что это теперь придется документы менять? Мне ничего сказать страшного, мы как раз это разберем дом дома и улетит у тебя твоя квартира. Да. Эй! Дождь пошел, блин! А как мы... Да в смысле домой? Мы гулять идем вообще-то. Липсика, берите домой. Нет. Липсик, за мной. Липсик? Липсик,
А Липсик под горкой сидит. Ладно, пойдемте мы домой, а Липсик пускай под горкой сидит, короче. Ну возьмите ее. Ладно, пойдемте вот сюда под дерево встанем. Ладно, Лисони, блин, тебе повезло. Вот серьезно, ты не могла выйти погулять вместо того, чтобы мы вот эти 5 способов с Тубиком придумывали все это время? Ну что это такое? Это не могли подождать, серия уже закончилась, я бы просто вышла сейчас. В смысле, какая серия еще? А, это? Понятно, понятно. Ну не знаю, не знаю. Подождем, получается. Ну что, какой тебе способ-то понравился? Мне, наверное... Ой. Никакой, да? Ой. Но самое ужасное было, это вот эти вот ашотики какие-то. Вот это ужасно. Мне, знаете, что понравилось? Что? Ой, мне не надо, пожалуйста. Алисоник, что делаешь? Печеньку ели. Ну, и как у тебя дела? Ну... Ну что ж, друзья, на этом сегодня мы будем заканчивать. Очень вот такие 5 способов прикольных у нас получилось. На связи был Шутоуни. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем ашотик. Всем пока-пока.